имени присном и во веки веков. Отчаянно утеши,
на поле брали жизнь свою положившую, милости Твоя сподобно, Гранофрия, блаженнейшего митрополита Киевской и всей Украины, Свято-Успенский, Киево-Печерский, Лаврий, священный архимандрита. Да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Богопраздные усы, древо снега, чистые тело, свет посередине, чистые объекты, и воняем на кроме нас, благословенность. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное и пресвительство, ежево все диаконство, весь священский монарский чин и притчи церковный, протоиерей Александр с братьями святого храма сего, строители, благодетели, благоукрасители, поющих вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Твоя, Твоим, Тебе приносящие, о всех и за все. Божественная благодать, всегда немощная, врачующая, я скудевающая, исполняющий, пророчествует Вадима, благоговейнейшего и подьякона, вот диакона, помолимся оба о нем, да придет на него благодать Всесвятого Духа. Преизрядный Господи, те, кто нас заступниче, и везде скорби, скорби помощниче, вози нам грешным и унылым, настоящим всем житие, умоли Господа Бога, даровайте нам оставление всех наших грехов, и лико согрешили от юности нашей я, во всем житии нашем, делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствами.